Доброе утро, дорогие друзья! Я приветствую вас на нашем духовном завтраке. Писание говорит нам, что в мире будете иметь скорбь. Что не будет все гладко, не будет все хорошо, что будет некая скорбь, некие проблемы, которые будут заставлять нас скорбеть, впадать в уныние, печалиться, быть в плохом настроении. Мы помним книгу Иова. У него была такая скорбь, что в третьей главе он захотел покончить жизнь, чтобы жизнь его кончилась. Бывала ли у вас такая ситуация? Были ли у вас такие проблемы, когда кажется, что лучше бы сейчас просто ушел на небо и все закончилось? У Иова были, у меня тоже были. И знаете, порой бывает, что люди, впадая в такие вот разные сложные ситуации, находясь в такой вот скорби, находят различные выходы из этого. Кто-то начинает пить, кто-то начинает колоться, кто-то играет в азартные игры. Ну, много чего. Кто-то начинает зарабатывать деньги. Просто это как-то отвлекает его от того внутреннего состояния, которое есть у него внутри. И когда он останавливается, это вновь опять возвращается. Кто-то начинает просто впадать в депрессию, лежит на диване, складывает руки и ничего не делает, просто находится вот в этом угнетенном состоянии и ничего не хочет делать. Писание нам говорит, это псалмопевец, Псалом 42, 5 глава, здесь написано: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Здесь говорится о том, что у нас есть выбор всегда, в любой ситуации. Ну да, пришла в твою жизнь скорбь, но весь вопрос в том, куда эта скорбь тебя приведет, чем это все закончится. И здесь есть выбор. Можно унывать, давать душе, а можно уповать на Господа и славить Его. То есть у нас в любом состоянии есть выбор, продолжать в этом состоянии находиться или уповать на Господа. Прийти к Нему, прийти в Его присутствие, прийти и рассказать Ему обо всем, получить от Него утешение, получить от Него ободрение, встать, славить Его и продолжать радоваться жизни. Дорогой брат и сестра, я хочу благословить тебя в это замечательное утро. Пускай в твоей жизни будет очень много Бога и очень много радости. Благослови тебя, Господь.